Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, это Mortal Kombat XL, и первый бой мы сыграем за чужого таркатанца. Персонаж, сильные стороны которого это миксапы, а слабые это наказуемость всех ударов, в общем-то. Я могу, на самом деле, очень здорово миксовать. Противнику нужно будет... Ух ты, это хороший комбо, да? Хорош. Ух ты, вот это наказывается. Это-то интересно. Тихо. Хитрец. Я прыгнул прямо на гарпун. О. Хард нокдаун. О, шикарно. Только видите, он все-таки вырвался из моего прессинга. Тихо. Хвостом удари. Самое главное, мне как-то... Не понял. Вот эта вот двоечка, которая бьет из карпа, это, конечно, ужас. Низ. Ах ты. Ну, ты даешь, слушай. Вот, видите, что творится? У таркатанца есть особый прием назад вперед 2. И там можно по-разному продолжить. Вот в чем прикол. Броня. Можно продолжить оверхедом. А можно лоу-ударом. И в этом заключается. Прикол. Вот, два низа, например, да? А можно... Так. А я оверхед пропустил. Смотри, что творит. Как миксует. А, это чип дэмэдж. На него отвлекаться, на самом деле, нельзя на этого... противника тут. Вот хорошая штука, кстати. Видите? 2-1 и этот. Вот. Низ оверхед, да? Хорошая штука. Опа. А, я так и знал. У него 3 метра энергии. Это очень опасно. Ого. Ну, у меня апперкот очень быстрый зато. О. Тихо. Да ладно, это так работает? Это так реально работает. Вот хорошая комба тоже. Low overhead. Ах ты. Это наказывается.
Не успел, не успел. Не успел. А, во, все, поехали. Ну, сейчас я тебе покажу. Всю силу. Куана. Ну, ты думаешь, что я на это ведусь? Нет. 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 Оп. Ответ. Хорош. Ну да. А, я не наказал. В чем прикол? Так, зацепил, зацепил. Он зацепил меня. Ну, все, теперь моя очередь. Уничтожать. Оп. Так, смог против Коталькана. Понеслась. Неожиданно, да? Пропустил. Воу-воу-воу, я просто... Я просто... Так, сейчас попробую... 2-1. А, ну да, нейтралка. Просто на пустом месте. Из-за имбового... Малые минуса, конечно, это ужас у него. Оп, и все, и дальше. На захватик. Чисто, чтобы добить раунд. Конфьорм, естественно. Конфьорм просто. А, не, смотри. На пустом месте. Смотри. Малые минуса. Все ведутся, просто большинство ведется. О, хорош. Не повелся, я понял. Хорошо. Еще раз малые минуса. Опять повелся. А сейчас я покажу своему противнику, что такое боль. Потому что хардблока был я собираюсь на нем делать. Так, без лагов, без лагов. Алло. Ага, понял. Так, ну комбить он вроде умеет. О, оверхед. Я понял, что он хочет. Не, в этом есть смысл. Хорошо, я понял. Смоку этот сектор у него неплохой. Но он явно не готов. А, иди сюда, иди сюда. Сейчас ты. А, он. Он специально. Иди сюда. Вообще отлично. Диск спас вообще. Не получается на хардблока было его вывести. Он знает, что нельзя. А-а-а. Я подождал. А теперь познай боль.
Познай боль. Куда ты улетел? Сыграем за Джейсона беспощадного. Ну все, друг, тебе. Это что? Это что было? Аура сработала. Неплохо. О, он знал, что я прыгну, да? Иди сюда, иди сюда. О, да ладно, он так долго действует? Офигеть, аура долго действует. О, это минус. Какой апперкот ужасный. Не, друг, я знал, что ты так сделаешь. Не надо меня обманывать. Ох ты, я прям под ауру подошел. Нет? Сбил. Хорошо. Окей, окей. Здорово. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.